В настоящее время общее состояние зубов и полости рта у населения оставляет желать лучшего. Наши зубы портятся из-за множества факторов, например, неправильного питания и ухода за ними. Но сегодня новые технологии в области стоматологии позволяют сделать то, что раньше казалось невозможным. Все это благодаря современному оборудованию и доступным материалам. Практически у каждого человека в полости рта найдется хоть один дефект. Это может быть налет, кариес, грибковые инфекции, заболевания десен и так далее. Если за ними не ухаживать и своевременно не лечить, своих зубов и вовсе можно лишиться. Вот почему стоматологи призывают хотя бы один раз в год обращаться к ним за помощью. Тем более сегодня справиться можно практически с любой проблемой. Современное оборудование, которое все чаще и чаще встречается в большинстве клиник, позволяет вылечить даже тот зуб, который, казалось бы, восстановить уже нельзя. А самое важное, что все это доступно для всех категорий людей. Даже на случай потери своих зубов в современной стоматологии есть выход – протезы и импланты. Сегодня эта отрасль очень активно развивается. Это намного эффективнее, чем, допустим, раньше обтачивались зубы там, или еще что-то. Сейчас поставить имплант – это довольно-таки быстро и надежно. В принципе, многие фирмы дают пожизненную гарантию на установку импланта, если соблюдать нужные условия и придерживаться определенным правилам. Да. Вот. Также можно решить следующие проблемы с помощью имплантации. Это не повреждаются рядом стоящие зубы, не повреждаются там нервы. Там. И, в принципе, материал, который используется в имплантах, это инертный металл, который наш организм не видит. И, соответственно, он не борется с ним и принимает его как свой орган, просто как одно целое с организмом в целом. При этом важно понимать, несмотря на то, что это материал искусственный, держится он очень долго. Зачастую производители дают пожизненную гарантию. При создании искусственного импланта используют титан или цирконий. Как раз эти металлы не поддаются практически никаким воздействиям. Это очень прочный, очень качественный материал. Титан выдерживает нагрузку в 100 раз превышающую той нагрузки, которую держит, допустим, наши зубы. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что это пожизненно. Должна быть определенная соблюдаться гигиена. Должны соблюдаться определенные правила пользования, скажем так, вашей установки, чтобы в дальнейшем все было хорошо. От вас это тоже много зависит, от пациентов. То же самое происходит и с зубными протезами. Поставив их однажды, вы сможете вообще забыть о том, что зубы не ваши родные. Есть такие материалы. Последнее слово в зубопротезной технике и вообще в ортопедической стоматологии. Материал, который называется диоксид циркония. Минеральный материал, это относится к группе металлов, но имеет прозрачные свойства. Очень прочный. Если говорить о предыдущем поколении материалов, да, металлокерамических протезах и конструкциях, то присутствуют сколы. При данном протезировании и с использованием данного материала такие проблемы исчезают навсегда. Вот. Технология очень современная. Потому сегодня стало возможным изготавливать как отдельные коронки, так и более сложные конструкции. Осуществлять это позволяют те же современные технологии. Все это качественно, а также доступно для широкого круга людей. О качестве материалов можно судить, исходя из теста. Цирконий настолько прочен, что даже при ударе кувалдой по зубу он не теряет своей формы. Нет сколов, он остается целым и неповрежденным. Цены на установки имплантов, они разнятся. И на самом деле они разнятся в широком диапазоне. Это может себе позволить не только какие-то богатые совсем люди, и даже не то, что средний класс, а человек, который и достаток не сильно большой. Потому что цены на установки, они реально разные. Разные клиники, разные цены, разные системы имплантов. Все это зависит еще от себестоимости, естественно, имплантов. И немаловажная часть, конечно же, руки. Руки никто не отменял вообще абсолютно. Чем лучше доктор, конечно, это будет стоить дороже. Если правильно соблюдать условия гигиены полости рта, о том, где брать новые зубы, поскольку свои изнашиваются, думать не придется.
Берегите здоровье своих зубов и радуйте окружающих своей красивой и белоснежной улыбкой. Увидимся с вами на телеканале «Губерния». До встречи!